Всем привет, мои подписчики, друзья, те, кто зашел на это видео. С вами Хантер, вы на канале Skillevel. Сегодня я покажу, как подделать клики. Может, не реалистично, но все-таки будет что-то похоже. Для начала мы построим и зашоукейсим наш уровень, на котором мы будем накладывать клики. Собственно, записываем наш шоукейс. У меня получилось что-то такое, сейчас продемонстрирую вам. Тут у нас просто wave, вот такой вот. Потом вниз, потом вверх, да, вот знаете, обычный вейв. Челлендж такой вот. Потом маленький вейв, летим наверх. Потом кубик. Ой, чё он так подлетел-то? Ну ладно, насрать, в принципе. Дальше спам на голубых рабах и все. Теперь чекаем, какой шоукейс у меня получился. Что ж, теперь надо записать сами клики. Но если же у вас нет возможности их записать, в описании на Google диске я оставлю вам ссылку. В открытом доступе, и вы сможете их скачать. Приступим к записи кликов. Для этого я буду использовать обычную мышь. Как правильно записывать этот звук? Сначала мы делаем нажатие, ждем где-то секунду, затем отпускаем. Поэтому мы записываем нажатие и отклик. Потом мы записываем тихое нажатие и тихий отклик. Потом спам, чуть более быстрый спам и так далее. Итак, как же смонтировать наши звуки? Для начала заходим в программу для монтажа, абсолютно любую. Я пользуюсь CapCut. Вот, нам надо извлечь звук. Поэтому мы заходим в звуки, нажимаем на папочку. Извлечь звук из видео, я его уже извлек. Мы там выбираем видео, вот оно типа у нас извлеклось. Тут я говорю, сейчас мы нажали на плюсик, добавили. Тут мы говорим, дальше я начинаю уже кликать. Ага. Вот, клики, собственно, уже пошли. Поэтому мы выбираем, где я начинаю кликать. И вырезаем именно этот момент. Итак, смотрим. Вот я уже тут докликал. Все, вот. Как-то у меня криво получилось, но не суть. Делаем максимально плохое качество, потому что здесь изображение не важно. Мы будем пользоваться только звуком. И сохраняем, именно как видео, запомните это. Вот наш шоукейс, но музыку я отсюда убрал. Теперь мы заходим в звуки. Заходим также в папочку, извлечь звук из видео. Аж вот этот звук, собственно. Вот он у нас. И теперь осталось немножко магии добавить. Объясняю, что я буду делать. На тот момент, когда волна поднимается, мы ставим громкий звук нажатия. Вот, в общем, когда он поднимается, мы нажимаем правильно. Когда мы отпускаем мышь, то она опускается. Логично. Отпускается она где-то вот здесь. Поэтому мы примерно вот так ставим и слушаем по звуку. У вас должен быть средний такой слух, чтобы понимать, когда вы где нажимаете. Вот у нас что получается. Теперь попробуем поэкспериментировать с вот этим тихим звуком, когда я тихо нажал. Второй клик у нас находится вот здесь. Поэтому мы вот так ровненько накладываем. Тут уже волна загибается, поэтому вот неправильно все. Ну вот, смотрим. Вот. И добавляем второй отклик. Главное делать все ровно и не ошибиться. И не сделать ничего криво. Тогда у вас все будет более-менее хорошо. Так. Видите, вот, смотрите, у портала я отпускаю, поэтому здесь, где я отпустил, я добавляю вот этот звук. Дальше я опять зажал. Спам мы пока что оставим чуть на попозже. Еще раз из извлеченных звуков мы добавляем наши клики. Еще раз, да. Потому что я третий раз на волне нажал. Кстати, лучше всего записывать с хорошим микрофоном клики, потому что у вас может быть шум. А из-за шума можно понять то, что клики будут наложены. Так что делайте все аккуратно и красиво.
Так, тут я еще раз нажал. Вот смотрим. Раз. И дальше идет спам на вейве. Где я отпустил, тут уже не важно, потому что сейчас попробуем на глаз. Я раз и где-то вот тут отпустил. Потому что так ты не поймешь, да. И дальше спам на кубе. Нужно подобрать правильный звук там, где я довольно быстро спамлю. Нет, это слишком медленный. Ну, какой-то вот такой. Наверное, вот даже вот такой. Обрезайте лучше под край, чтобы шум был здесь, а не спереди, иначе будет слишком криво все звучать. Накладываем спам. Нажимать я начинаю где-то вот здесь, поэтому вот накладываем. О, нормально получилось. Хорошо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам я чем-то помог или вам понравилось видео. Там подписывайтесь и все вот это. Всем пока.